Всем доброго дня! Хотел вам показать один из маленьких секретов для грибников. Очень часто возникает вопрос, стоит или нет идти за грибами. Вот, так как мы все дачники, у нас мало собственного времени, то каждый поход в лес отнимает много времени. И на дачные дела остается уже не так много. Поэтому я придумал такой универсальный способ, как я определяю, стоит ли мне идти в лес за грибами или не стоит. Я захожу в свой лес и начинаю немножко подкапывать почву. Ножиком, рукой или палочкой, это в принципе не имеет значения. Вот я немножко снимаю верхнего слоя, вот так вот, буквально, и трогаю. Если сухо, то грибов не будет. Или они будут, но червивые. Вот. Поэтому, если вы будете делать вот такие моменты, как я, проверять увлажненность, вот, то вы сэкономите кучу времени и будете знать, стоит ли идти за грибами или нет. В данный момент земля сухая, поэтому грибов сегодня я найду навряд ли. Поэтому я сейчас пойду домой. Так что такие дела. Надеюсь, вам это было полезно. Спасибо за внимание. Ставим вот так.